Итак, здравствуйте, мои коллеги. Сегодня 3 июня 2014 года. Вырвался я на рыбалку на Фрунзенское озеро. Посидев минут 5, поискав места, я поймал одного ротанчика. Поклевок больше пока не видать. Приехал я с Пашкой и с его братом. Ротан. Такой вот ротанчик. Вот тут, там рыбак стоит, рыбачит. Вот оно, Фрунзенское озеро. Мы, короче, не туда приехали. Вот такие вот дела. Время сейчас уже 9:15. Там вон уточка плавает. Ждите следующих отчетов после паузы. Ну, профессиональный карасятник говорит, что ничего не поймал. Ну, не все. Ты не обиделась, говори? Даже не дергал, да? Херовенько. Пойдем перезабросимся. Сюда вот подойду, к лодочке. Итак, замечаю первую поклевочку. Не знаю, кто, карасик или ротанчик, но сейчас пробую тянуть. Опа, поймал ротана. Хорошенький, грамм 100. Охуяк же. Вот это хорошенький экземплярчик. Будем пытаться поймать еще одного. Сделали повторный заброс. Ожидаем хорошего результата. А? Нет, маленькая глубина. Так, кажется, начинает еще клевать. Сейчас мы его попробуем взять. Слабая поклевка, блядь. Небольшая глубина. Попался еще один братан, маленький. Четыре ротана.